По-моему, осаждали ее, наверное, несколько дней. Ну, такими темпами, это понятно. Там, по-моему, в Елецком остроге сидело 7 тысяч человек. Или, ну, в гарнизоне было, по-моему, 2 тысячи человек. Они там стреляют, и пушки подкатывают потихонечку. Чувствуется взрывная волна. Сейчас гранаты всем раздаст. Оружие оставили. Да, там нормально. Ну да.
Тесня, тесня. Сейчас все свершится. Ну да, они захватят крепость. Отчаянный. Угу. Ура! Ну это вообще комический. Вон, по оператору стреляйте. Нельзя. А эти послы, скажи.